Центральной районной библиотеке состоялось открытие акции «Про героя», которая стартовала в Московской области 31 января. В зале библиотеки оборонно-спортивный клуб «Ратник» представил выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Наши пулеметчики делали так. Внизу было техническое отверстие для ремнабора. Откручивали, вбивали колышки, одевали на этот колышек приклад, пристрелили местность. Акция «Про героя» помогает увековечить память об участниках и свидетелях Великой Отечественной войны. В библиотеках Подмосковья до 31 марта любой желающий может записать видеоролик о своем герое. Во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде с 1941 года в Ленинградской области. На открытии выступил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов, который отметил, что воспоминания об участниках войны важны, ведь каждый из них – настоящий герой. Герои, потому что они сразу после 10 класса, еще толком не зная, как стрелять, пошли защищать Родину. Со сцены прозвучали истории о военном времени. Член Совета ветеранов Борис Зарицкий рассказал о своих детских воспоминаниях, а председатель Совета стариков казачьего общества Виктор Буханов поделился историей о своем отце, который в 1942 году вырвался из блокадного Ленинграда. Осталось всего 5 человек из 11, в том числе мой папа. Ну, откормили, говорят, ты чьих будешь? Он говорит, я с Луганска. О, земляк Ворошилова, в конную разведку. Для участия в съемке вам нужно иметь с собой фотографию героя и подготовленный рассказ о нем. Видеопортреты будут размещены на интерактивном экране в мемориальном зале нового музейного комплекса «Зоя», а также на телеканале «Видное ТВ» и сайте библиотеки. Такой цифровой бессмертный полк мы сделаем непосредственно вот в нашем районе. В Ленинском городском округе акцию поддержат в 11 библиотеках. В Центральной библиотеке Ленинского городского округа студия, в которой можно записать историю, будет работать 22 февраля, 14 и 28 марта с часу дня до 6 вечера. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».